Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре могут изменить правила размещения средств индивидуальной мобильности – СИМ. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и сегвеи. Где будет нельзя их оставлять? Как ограничить скорость электросамокатов и повысить возраст пользователей аренды этого транспорта? В нашей студии заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самара Юрий Топилин и пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев. Юрий Михайлович, Денис Сергеевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию, пришли к нам на программу. Здравствуйте. Ну и с чего бы хотелось, наверное, начать? Вот в Самаре могут изменить правила размещения средств индивидуальной мобильности. То есть имеется в виду правила парковки в первую очередь. Вот где будет нельзя их оставлять и почему нельзя будет их оставлять? Ну, если позволите, я хотел бы отметить, что это вот не вещь в себе, что вот раз и решили изменить правила размещения самокатов. У нас работа, направленная на то, чтобы урегулировать вот это новое направление, она ведется системно, ведется не первый год, потому что когда вот это только-только появились электросамокаты, у всех было там определенное непонимание, а что это вообще такое, там, это транспорт, это не транспорт, должен самокатчик соблюдать ПДД, не должен самокатчик соблюдать ПДД. На первом этапе был там определенный вакуум в законодательном регулировании, и мы находили какие-то нестандартные решения, вот как в прошлом году, не имея еще там внесенных норм в правила дорожного движения, мы заключили с компаниями кикшеринга соглашение рамочное, где определили, что мы будем работать вместе, мы определили там перечень территорий, где определенные ограничения устанавливаются, в частности, это там зеленые насаждения, где парки, скверы, набережные, там максимальная скорость, она ограничена. Потом у нас наступили вот эти вот федеральные поправки, которые прошлой осенью были внесены в правила дорожного движения, и с этой весны вступили в действие, где уже было четко определено, что средства индивидуальной мобильности – это отдельная категория транспортных средств, к ним введены определенные требования в части там, максимальной массы, максимальной скорости, в части того, где и кто может на них ездить. И вот в развитии уже вот этих вот правил дорожного движения мы планируем скорректировать самарские правила благоустройства, определив в них те территории, где размещение СИМ быть не должно. Но если говорить бытовым языком, это нормы, смысл ее заключается в том, что самокаты не нужно бросать где попало, а если формально юридическим, то мы говорим о том, что они не должны быть там на зеленых насаждениях, в арках, там, в территориях, где они могут как-то помешать движению транспортных средств или пешеходов, и в том числе на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них. Это один из частых, наверное, вот вопросов, которые там и жители обращаются, говорят о том, что я пришел на остановку, там стоят эти самокаты, вот мне неудобно, они мешают. Ну, это, собственно, обычная ситуация. Я сегодня утром, например, когда шел мимо остановки, я наблюдал как раз самокаты, которые стоят недалеко от остановки. Но пока это можно. Денис Сергеевич, вот, кстати, интересный момент. Ведь вот, если я ошибаюсь, поправьте меня. Насколько я понимаю, сейчас, наверное, ситуация следующая. Существуют либо сторонники самокатов, ну, средств индивидуальной мобильности, то есть те, кто ими пользуется, и те, кто считает, что это хорошо, это необходимо, это там разгружает общественный транспорт, либо противники, вот. Я прав? Или существуют люди, которые вот нейтрально относятся? Да нет, я думаю, что сейчас действительно равнодушных к самокатам нет, наверное. Потому что все мы видим их на улицах города, все мы понимаем, что это потенциально, конечно, удобно, и это отличная возможность и дополнительная степень свободы для каждого. А при этом, естественно, также мы видим в средствах массовой информации какие-то сообщения о негативных инцидентах. И поэтому вот чаще всего бывает, что те, кто попробовал на собственном опыте, те, кто понял, что вопрос комфортного и безопасного использования самокатов – это во многом понимание собственной ответственности и следование правил, те относятся однозначно положительно к самокатам. А те, кто смотрит по негативным инцидентам, по тому, что пишут и показывают в средствах массовой информации, иногда настроены скептически, скажем так. Но здесь есть важный момент. Абсолютное большинство всех поездок на самокатах, вот если говорить о нашем сервисе, происходит абсолютно штатно, без каких-то негативных инцидентов. То есть буквально житель города Самары берет самокат и едет куда-то по своим делам, оставляет его на парковке и спокойно продолжает дальше заниматься собственными делами.
Какие-то негативные инциденты, это единичные случаи буквально. Но при этом... А какой их процент от негативных инцидентов? Меньше 0,01%. 0,01%? Да, да. Но при этом все мы понимаем, что каждый негативный инцидент очень подробно рассматривается. Ну, конечно. В средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждается просто. Поэтому создается такое впечатление, что это такая массовая проблема. На самом деле это единичные случаи, но при этом мы прекрасно понимаем, что даже эти единичные случаи – это очень серьезно. И надо, конечно, работать над тем, чтобы их становилось еще меньше, чтобы их число стремилось к нулю. Потому что самокаты во многом определяют комфорт жизни города не только в позитивном смысле, да, то, что можно воспользоваться, поехать куда угодно, но и, к сожалению, в негативном тоже сильно отражаются. Потому что если вы идете по улице просто по своим делам, вы тоже так или иначе сталкиваетесь с самокатом. Конечно. Поэтому мы прекрасно понимаем собственную ответственность и работаем над тем, чтобы самокаты были вписаны в жизнь города. И здесь вот эти ограничения, о которых вы начали говорить, мы их даже как ограничения не воспринимаем. Мы рады, что у нас есть диалог с администрацией в Самаре, что у нас есть возможность вот именно так поэтапно вырабатывать правила и прописывать самокаты, внедрять их в ежедневную жизнь города. То есть сейчас появляются правила, которые обязательны для всех и которые определят еще более комфортную среду для самокатов и для остальных жителей города. Поэтому мы только приветствуем и очень рады, что у нас есть диалог с городской администрацией. Здесь есть важный момент какой? Когда появляются правила, для того, чтобы их соблюдали, необходимо наказание, которое побуждает человека соблюдать. Потому что если наказания не будет, правила соблюдать не будет. Ну, к сожалению, это так. А наказание – это штрафы. Вот у меня тогда вопрос. Например, человек воспользовался средством индивидуальной мобильности и где-то его бросил. Вот кого тогда будет и кто штрафовать? Например, администрация городского округа Самара, кикшеринговую компанию, или кикшеринговая компания пользователя, который плохо воспользовался вот самокатом? Как вот в практической плоскости этот механизм, скажем так, понуждения к правильному пользованию самокатами будет работать? Давайте объясню. Определяются правила размещения парковок. Размещение парковок – это вопрос и ответственность шерингов. То есть компаний, которые занимаются... Компании. То есть за то, чтобы парковка располагалась там, где это разрешено, чтобы она соответствовала всем требованиям новых правил, отвечают компании, которые предоставляют самокаты в аренду. Поэтому если парковка вдруг появится там, где она не должна быть, и в нарушении этого соглашения, здесь, конечно, ответственность компании. Но при этом очень важно, что поездки на самокатах нашего сервиса можно завершить только в точке парковки, которая определена. И поэтому, если вы приехали на точку парковки и поставили самокат там в радиусе действия парковки, но при этом так, что он мешает другим участникам дорожного движения, пешеходам, автомобилистам, здесь уже ответственность пользователя. И это прописано у нас в договоре оферты, что когда вы завершаете поездку, вы должны самокат оставлять не только в зоне действия парковки, но и так, чтобы он не мешал другим жителям города. Поэтому, соответственно, если вы приехали и оставили самокат неаккуратно, поперек дороги, где-то рядом с остановкой, так что он мешает другим людям, здесь уже ответственность ваша, и, соответственно, у нас есть на этот случай и предупреждение, если это первый раз произошло, и штрафы, если это случается регулярно. Но здесь тоже важно отметить, что, как правило, мы видим, если первый раз кто-то оставил самокат неаккуратно, мешая другим, и мы выписали ему предупреждение, рассказали, да, что вы оставили самокат так, что это было неудобно другим горожанам. В дальнейшем мы смотрим за поездками этого аккаунта и видим, что пользователь паркуется аккуратно и уже не допускает этой ошибки. Но при этом, конечно, есть какая-то часть пользователей, которые нарушают это правило осознанно, по любым соображениям. Системно и осознанно, да. И если мы видим такое поведение, то, конечно, мы выписываем штрафы за неправильную парковку. Если это продолжается даже несмотря на наличие штрафов, то мы блокируем такие аккаунты, потому что понимаем, что пользователь знает, что он нарушает, он знает, что он причиняет дискомфорт другим жителям города, но при этом продолжает это делать. Поэтому, естественно, приходится блокировать. И, опять же, это достаточно действенный метод. Мы видим это и на примере других сфер нашей жизни. С помощью четких правил и контролем за соблюдением этих правил можно добиться значительного улучшения в целом отрасли. Юрий Михайлович, а вот
предполагается вот, ну, какое-то наказание для компании, потому что, то есть, если вот будет пользователи компании, то есть это предусмотрено какие-то некие... Смотрите, пока у нас на самом деле эти правила еще не утверждены, но опять же, формально и наказывать не за что. Но тут вот о чем нужно сказать. Мы специально проводили вот такой обмен опытом на базе ассоциации городов Поволжья, созывали там крупные города и там даже некоторые, кто и не в Поволжье к нам присоединялся, вот, ну, посмотреть общую картинку по стране. Вот у кого как эта сфера развивается, там, с какими вопросами люди сталкиваются, как они подходят, там, какие есть подходы к решению. Конечно, надо сказать, ну, вот, спектр очень большой. То есть города, где там заурегулировано очень сильно, вплоть до того, что там рисуют на тротуарах вот места, что вот можно парковать только здесь, или ставят там специализированные железные конструкции. Есть города, где по каким-то причинам нету диалога между местной администрацией и вот этими компаниями, которые сдают электросамокаты в аренду, где-то уходят там в какие-то юридические баталии, вот там штрафы через суды взыскивают, там чуть ли не принудительно заставляют вот, ну, прекратить такую практику. Мы все-таки здесь видим, что мы находимся, ну, так, больше в положительной стороне. У нас есть диалог, мы видим, что там, когда какие-то просьбы у нас возникают, мы их можем урегулировать в рабочем порядке, там, примеров тому масса, и там, вплоть, когда вот у нас там на стадионе массовые мероприятия, там, если мы видим, что самокаты вот там где-то стоят, где они могут помешать, вот в момент, когда будет выходить там масса людей после окончания мероприятия, мы оперативно связываемся, и по нашей просьбе там переставляют их как-то. Вот не так давно коллеги обращались вот по линии общества слепых, что урегулировать тоже там скорость занизить максимальную вот в местах пребывания таких людей. Тоже это было сделано. Но вот если, не дай бог, что-то пойдет не так, вот юридические механизмы мы понимаем. Мы понимаем, что мы можем выйти с инициативой там новый административный состав на уровне Самарской области, чтобы утвердили. Мы знаем практику, там, например, ну, не буду города называть, но есть там, где эвакуируют эти самокаты. Ну, вот настолько все плохо, что приходится там своими силами. Как машины эвакуируют. Да, да. Вот. И потом уже разбираются, ну, вот по факту. Есть города, где там брошено не в том месте, самокат актируется и направляется судебным приставом, потому что там судебная неустойка уже просужена за каждый такой эпизод. Ну, вот. Ну, как серьезно? Мы, к счастью, вот, ну, не находимся вот в таких вот обстоятельствах, поэтому... По крайней мере, пока нам вот такие элементы не требуются, наши правоприменительные. Денис Сергеевич, тогда вопрос к вам. Вот что касается наказания пользователя за неправильную, ну, парковку, назовем ее так, парковку самоката, я как автолюбитель вот так буду говорить. А технологические ресурсы у вас есть для того, чтобы увидеть вот эту неправильную парковку? Что я имею в виду? Там ведь получается плюс-минус метр, и, соответственно, вот на метр левее ты... прав, на метр правее, ты не прав. А там геолокация-то у вас какая? Там, по-моему, погрешность чуть ли не 15-18 метров. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Ну, смотрите, на самом деле здесь вопрос не только геолокации, потому что это не единственный способ определения, ну, в данном случае, данного нарушения. Вот да, потому что у нас в правилах, в договоре оферты сказано, что самокат надо ставить так, после окончания поездки, чтобы он не мешал другим участникам дорожного движения. То есть здесь идет не привязка к геолокации, а просто понимание собственной ответственности. То есть даже если вы ставите самокат на парковке, надо делать это аккуратно, не мешая другим. Дополнительно мы смотрим не только, опять же, по геолокации. У нас есть сервисные команды в городе, которые постоянно перемещаются по городу. Они в том числе выстраивают самокаты ровно на парковках, они заряжают их, естественно. Они перемещают самокаты между парковками, потому что на каждой парковке есть определенное количество самокатов, которые там необходимо. То есть мы по статистике знаем, сколько самокатов нужно на той или иной парковке. Поэтому если в каком-то моменте, скажем, на парковке образовалось большое количество самокатов, а предполагается, что там достаточно 2-3, то просто наша команда переставляет их между парковками, перевозит их туда, где они должны быть. А то, что касается наших технических возможностей, то каждый самокат... Ну да, в каком радиусе вы видите самокат? Да, ну, здесь буквально я хотел бы сказать для начала, что мы, в принципе, видим каждый наш самокат на протяжении всего времени, то есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и так далее.
То есть мы знаем все, все данные о нашем самокате. Где он стоит, какой заряд у него батареи, где он ехал. Если он сейчас едет, то мы знаем, кто на нем едет, по какому маршруту, с какой скоростью и так далее. То есть, аквариум. У нас нет абсолютно никаких анонимных поездок, да, поэтому мы все знаем о самокате. И то, что касается геолокации, то, что касается работы геолокации и позиционирования, она очень точно настроена. То есть бывают случаи, бывают, конечно, такие локации, где невозможно отследить ее работу буквально там до метра. Тогда приходится, конечно, выявлять нарушения с помощью наших сервисных команд, с помощью работы сотрудников госавтоинспекции, администрации, с помощью даже жителей города. Скажем, мы получаем обращения от жителей города, которые видят неаккуратно стоящие самокаты. Мы, естественно, их тоже отрабатываем. А вот то, что мы говорили ранее про вопрос размещения парковок, здесь я хотел бы прежде всего сказать, что мы себя абсолютно ощущаем как союзники города. То есть мы не собираемся как-то противопоставлять это себя. Это понятно, это да, очевидно. Мы понимаем, да, что самокаты, делают, да, самокаты – это городской транспорт сегодня в Самаре. Это да. То, что должно приносить пользу городу. Поэтому здесь и даже без всяких штрафных санкций у нас есть понимание, опять же, нашей ответственности. Поэтому если даже парковка стоит по всем правилам, если она находится на достаточно широком тротуаре, далеко от остановки и так далее, но при этом она кому-то мешает по каким-то причинам. Допустим, появился какой-то новый объект рядом, еще что-то, и мы получаем обращение даже просто от пользователей, которые говорят, что парковка здесь расположена не очень удачно. Мы проверяем эту локацию, и если действительно подтверждается, что она может кому-то мешать, мы ее просто переносим в другое, более удачное место. И это, опять же, повторюсь, не вопрос каких-то штрафных санкций. Это просто понимание собственной ответственности перед городом, перед жителями города, что самокаты должны быть удобными, они не должны быть источниками какого бы то ни было дискомфорта или в вопросах безопасности, или в вопросах просто передвижения по городу. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, он касается как раз нашей темы, затем продолжим нашу беседу. Обезопасить себя, окружающих и не испортить себе, пусть маленькое, но все же путешествие на электросамокате. Об этом самарцам рассказали представители кикшеринга и сотрудники ГИБДД. Самые основные правила для людей, которые передвигаются на самокатах, это передвигаться на самокате одному, в обязательном порядке использовать средства защиты, это шлем, налокотники, наколенники, управлять самокатом только в трезвом состоянии, передвигаться по дорожкам, по тротуарам, и при переходе проезжей части обязательно нужно спешиваться. Средства индивидуальной мобильности самарцы стали эксплуатировать чаще. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, пользоваться услугами кикшеринга можно только с 18 лет. При этом нельзя ездить на одном самокате вдвоем и выезжать на проезжую часть. Также стоит помнить, что весь прокатный транспорт отслеживается. Нарушители ПДД так или иначе найдут. Наш сервис в городе Самаре представляет чуть больше 2000 самокатов. Каждое из этих транспортных средств оснащено системой слежения, и мы знаем, где самокат находится, кто на нем едет, с какой скоростью. Можем при необходимости снизить скорость в тех зонах, которые являются зонами безопасности, и там по соглашению с администрацией скорость должна быть снижена. Можем в тех зонах, где запрещена эксплуатация самокатов, такие зоны тоже согласованы, можем выключить двигатель, и самокат не сможет передвигаться. Добраться до пляжа Виктория Водолазова вместе с дочкой решили на электросамокате. О том, что нарушают правила дорожного движения, даже и не подозревали. Мчались с ветерком, пока не остановила полиция. Так получилось, что мы с дочкой вдвоем на одном самокате, потому что она еще не уверена, им управляет и не была готова ехать одна. Ну а какая-то альтернатива была возможна? Дойти по жаре пешком. Но не всех электросамокатчиков останавливали за нарушение. Одного из водителей средств индивидуальной мобильности полицейские похвалили за правильное использование самоката. Владею самокатом более 2 лет. Зная о том, что наконец-то запретили ездить по проезжей части, это очень супер, меня это самого радует. Классно, что начали слышать самокатчиков о том, что начали делать съезды для них, дорожки выделены. Вот это супер. И самое кайфовое, что есть ограничения по скорости. Вот это очень круто. С начала сезона сотрудники ГИБДД продолжают фиксировать ДТП с участием электросамокатов. Организаторы акции надеются, что эта статистика не будет расти. В конце рейда автоинспекторы еще раз напомнили, что при передвижении на электросамокате, особенно в темное время суток, нужно иметь на одежде световозвращающие элементы и использовать защитную экипировку.
Денис Сергеевич, вот вы же представляете на самом деле федеральную компанию и работаете в Москве, и по стране много ездите. Вот, кстати, с точки зрения вашего опыта, насколько удобна Самара для поездок на самокате в сравнении вот с другими регионами? Ну, здесь, да, на самом деле надо отметить, что мы работаем более чем в 50 городах по всей территории страны, и нам есть чем сравнивать. И в этом плане мне очень приятно сказать, что Самара, конечно, находится в топе городов, если говорить о городах России, по условиям, которые созданы для проезда на электросамокатах. То есть буквально, если мы перечисляем какие-то наиболее удачные города для того, чтобы ездить на электросамокатах, то, наверное, Москва здесь стоит немного особняком, просто потому что... Ну, это отдельная история. Да, ну и велоинфраструктура развивается в Москве уже давно, и это уже такая давняя планомерная работа. Очень неплохо все обстоит в Тюмени, это отмечают и пользователи, это отмечают и гости города. И вот Самара находится, получается, вот, наверное, в этом топе из трех городов, в чем я и сам тоже убеждаюсь, когда еду на самокате по Самаре, везде, на перекрестках, на съездах, не надо стаскивать самокат, можно спокойно спустить. То есть вы имеете в виду эти съезды, да? Да, это же очень важно, это такой комфорт для тех, кто едет на электросамокатах, то есть когда вы подошли к пешеходному переходу, надо спешиться и перевести самокат. И вот когда у вас есть плавный съезд, это очень удобно. Плюс широкие тротуары, плюс хорошее покрытие дорожное на тротуарах, на улицах. Поэтому передвигаться по Самаре очень удобно. И здесь, конечно, хотелось бы отметить ту работу, которая ведется городом, потому что это действительно способствует развитию именно электросамокатов как транспорта. То, собственно, о чем и говорил в начале сезона, о чем говорило Министерство транспорта федеральное. Вот, если знаете, было специальное письмо от Министерства транспорта по регионам с призывом развивать кикшеринг, электросамокаты именно в транспортной концепции. То есть увеличивать зоны для поездок, создавать инфраструктуру, способствовать развитию. И вот в Самаре мы как раз видим такой очень здоровый, очень правильный пример развития вот именно такой модели. Ну что ж, это приятно, но тем не менее есть и пожелание у жителей все равно ужесточить правила. Ну вот, например, есть два, насколько я знаю. Первое – это увеличить возраст пользователей самокатами. Ну понятно, что с точки зрения частных это сделать невозможно. Там, по-моему, по ПДД с 14 лет можно, то есть здесь ничего не сделаешь. А вот здесь хотят увеличить и хотят еще дополнительно уменьшить скорость. Ну вот, Юрий Михайлович, может быть, вы начнете, а потом вы продолжите. Ну, тут нужно сказать о том, что, конечно, вот вопрос безопасности, он очень важен, и еще более он важен в том случае, когда мы говорим, вот ситуация «ребенок на самокате едет». Потому что, с одной стороны, мы взаимодействуем вот с кикшеринговыми компаниями, но у нас остается вот такая немножко неохваченная зона частных самокатов, где вот я его купил в магазине, там, сам на нем поехал или отдал ребенку, и это сложно там как-то уконтролировать и пресечь, там, зарезать скорость на нем, ну, невозможно, потому что он не подчиняется кикшеринговой компании, туда не встроен этот ограничитель. Вот поэтому здесь, конечно, вот мы ведем эту работу и там с коллегами нашими из департамента образования, вот на базе там в том числе детских лагерей, вот ГАИ нас поддерживает в этом, здесь вот проводим профилактические мероприятия с разъяснением о том, что вот поездки на самокатах, они в первую очередь должны быть такими, чтобы никто на них не пострадал, в том числе вот водитель. То есть, ну, ехать нужно одному, во-первых, не надо брать вот этих вот пассажиров, не предназначены для этого самокаты. Ехать нужно аккуратно, соизмеряя там условия с той скоростью, которую ты развиваешь, и понимая, что если мы едем там по тротуару где-то, где люди идут пешком, ну, вот не надо их как-то задевать. Если мы говорим там о перекрестках, то подъехав к перекрестку, нужно обязательно спешиться, да, и перейти пешком, там, толкая перед собой этот самокат, как бы это ни казалось неудобно. Мне подсказывают, что времени остается совсем немного. Денис Сергеевич, вот с точки зрения кикшеринга, вот возможно и нужно ли ограничивать? Вот прям кратко. Ну, смотрите, скорость у нас уже ограничена. Сколько? Больше 25 км в час разрешено по ПДД. Невозможно разогнаться. При этом есть локации, где много пешеходов, где находятся зоны отдыха, и горожане отдыхают. Там самокат сам замедляется до 15 км в час. То есть, условно, на набережной будет 15? Условно говоря, да, то есть вы заезжаете в эту зону, и самокат сам замедляется. Таких зон много по городу, и они будут появляться новые. То есть мы рассматриваем нашу статистику, где есть такая необходимость, мы вводим эти дополнительные ограничения.
То, что касается возраста, по ПДД с 14 лет можно ездить на самокате. Но мы видим по нашей практике, что в 14 лет все-таки у пользователя недостаточно ответственности, недостаточно понимания правил дорожного движения, хотя бы в общем таком смысле. И поэтому это часто приводит к каким-то негативным инцидентам. Поэтому у нас сервис только 18+. Ездить на наших самокатах можно только начиная с 18 лет. Мы это контролируем. Это... Да, и здесь очень важно отметить такой момент, что технически бывает, что подростки находят возможность обойти это ограничение, но это очень редко. Чаще всего родители берут и регистрируют аккаунт на себя, mm-hmm. и потом передают его ребенку. Вот это очень безответственное поведение, которое очень часто приводит к негативным инцидентам. Поэтому значительная часть нашей работы – это рассказывать, в том числе родителям, о том, что недопустимо так поступать, недопустимо передавать управление несовершеннолетним. А это приводит очень часто к негативным инцидентам, к падениям, к травмам и так далее. Поэтому надо проявлять ответственность. Спасибо за интересную, насыщенную беседу. Я уверен, увидимся еще не один раз, потому что тема очень важная и очень необходима, на самом деле, для всех жителей города. Напоминаю, в нашей студии были заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самары Юрий Топилин и пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев. Берегите себя. До свидания.